Работники химводостока обследуют реки на наличие загрязнений и масляных пятен. Под особым контролем находится река Грачевка, которая впадает в Химкинское водохранилище. В прошлом году здесь произошел разлив нефтепродуктов. Вместе со специалистами водные ресурсы проверяли и члены движения общественной поддержки «Химки интересно жить» Игорь Абдулаев и Галина Болотова. Сегодня с представителями химводостока мы пообщались, увидели, что действительно ежедневно проводится мониторинг, по результатам которого, если выявляются какие-то недостатки, приезжает бригада, обрабатывает все сорбентом и, естественно, очищает реку Грачевку от мусора. Увидели, что работы реально ведутся, это очень важно в рамках экологического наследие города Химки. Проверка показала, что Грачевка в надлежащем состоянии. Масляных пятен и мусора специалисты не обнаружили. Подобные проверки регулярно проходят на территории городского округа Химки.